Добрый день! Представляем вашему вниманию микс Scotch and Soda мужской, осень. Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Начнем с танковки. Это у нас размерчик M. Вот, как тельняшка. Такая танковочка. Симпатичная. Очень такая плотненькая. Джинсы 28 размера, 32 длина. Плотный джинс. А здесь у нас как пиджак, как полупальто, пиджак. Очень теплый, с подплечниками. Размер М. Вот, шикарный, прям как шерстяной. Элечка, рубашка. Рубашка у нас без воротничка. Плотный хлопок. Здесь размер М. Наверное, даже SM. Вот, жилет. Рубашка размер М. Хлопочек. Очень приятная к телу ткань. Цвет тоже шикарный. Эсочка, брюки шерстяные, брюки как джоггеры внизу с резинками, прям шерстяные, вот чувствуется, что да, даже колючие немножко. XL размер джинсовка с всяческими значками, вот, очень такая интересная. Брюки. Сейчас посмотрим размерчик. А размер, наверное, где-то 32 тоже. Как и джинсы были. Плащ, ветровка. Называется парка, прям написано. Вот. Непродуваемый, непромокаемый. Тоненький, длинный плащ, размер где-то LXL с капюшоном, вот, вот прям длинный. Тридцать четвертая длина джинсы, плотный джинс очень. 30 размер, 32 длина. Рубашка размер эмочка. Здесь не хлопок. Здесь такая ткань, как плащевка. Очень такая прохладная ткань. 32 размер. Брюки, тепленькие брючки, хлопок. Танковка размер ML. Здесь пиджак. Размер где-то SM. S, наверное, даже по плечам похоже на S. Вот такой классный пиджак. Элечка, рубашка без ворота. Получается, вот V-образный здесь будет вырез. Такая интересная тоже моделька. Брюки, джинсы, 31 размер, 34 длина, с ремнем. Два XL размер рубашка, короткий рукав. Эсочка,
рубашка. Очень тоненький хлопок. 28 размер, 34 длина. Джинсы очень плотные, здесь на коленях прошито. Водолазка. Водолазка у нас размер М, где-то тоненькая. Эмочка, рубашка, длинный рукав. Так. А здесь где-то 32 размер примерно брючки. На резинке. Эмочка, джемпер, как свитшот. Джинсы 29 размер, 34 длина. Заужены немного к низу. Элечка, рубашка. Не указан, к сожалению, размер, но это где-то на L размер точно. Такие интересные, то есть это специально так, дизайнерское такое решение. Здесь пятнышки, как краска, и еще красноватые такие разводы. Вот, видно, не знаю, не видно на видео, но вот они есть. И сзади тоже. Вот, видите, здесь на кармане вот хорошо видно. Здесь и пятнышки, краски. Вот. Очень, очень дизайнерские такие штанишки. Размер S. Это у нас бомбер на синтепоне утепленный. Сверху как фланелевый. Внутри хлопочек. Футболка размер XL. Джинсы 32 размер. Очень плотные джинсы, вообще прям очень. XL рубашка. Хлопок. Это тоже как бомбер, размер L, теплый, как шерстяной, ну вот как пальто ткань, а внутри хлопок. Вот. Элечка. Рубашка XL размерчик. Хлопок. А здесь кардиган размер L. Очень интересный, такое тоже цветовое решение, прекрасное. Размер M футболка. Тоненький хлопок. 33 размер, 34 длина. Брюки. Джинсы. Мягкие очень. Здесь элечка, размер, танковка удлиненная. Вот она прям длинненькая. Неровный срез. 34 размер и 32 длина. Джинсы. Так, это у нас эмочка, свитшот. Цвет чудесный просто. И также в этом лоте вот в такой сумочке была у нас как, ну, домашний комплект, как пижама, не пижама. То есть здесь футболка размер L. Вот. И вот такие боксеры. Тоже L-очка размер. Чтобы видно было, сейчас сделаем так. Вот. В такой сумочке.
Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.